Всем привет! Ну, хочу я вам показать, как же я спасаюсь от жары. Сейчас у нас дома 28,9. За окном 35 градусов жары. О, реально, руки практически мокрые. Вот, соорудил вот такую вот штукенцию. Это радиолюбительская третья рука. Вот так вот выглядит третья рука в коробочке. Покупал на рынке. Вот модель ZD10D. Здесь еще была вот такая вот лупа, или лупа, как правильно. Вот там она крепилась, где у меня сейчас болт. Этот болт я сам туда насадил. Раньше я фотика сюда привинчивал. Обмотал я скотчем и к аккумулятору прикрепил. Прикрепил при помощи скотча. Аккумулятор этот уже выдохся, уже его даже восстановить никак не можно, невозможно. Потом я взял два фурнитурных магнитика, вот они. И аккумуляторная батарея из 18650. Двух аккумуляторов 18650, соединенных параллельно. То есть здесь 3,7 вольта. Потом по минусу подключил напрямую к вентилятору. Вентилятор 120-ка. Вентилятор самый что ни есть бюджетный. Здесь даже не подшипник качения, а здесь просто втулка. Но при малых оборотах он будет служить очень-очень долго. Как всегда у меня там бардак. В общем, минус напрямую от аккумулятора, а по плюсу я подключил через переменный резистор. Вот такой вот у меня есть на 100 Ом. И еще в разрыв между минусом вентилятора и плюсом вентилятора я подключил маленький конденсатор на 470 микрофарад, 16 вольт, чтобы вентилятор не пищал, потому что он начинает пищать почему-то. Видимо, так устроен. И останавливается причем. С конденсатором работает более-менее нормально. Ну, все здесь на соплях, конечно же, держится, отваливается постоянно. Но это так. И вот при помощи резистора я могу настраивать нужные обороты, чтобы легенько дуло мне, чтобы не сильно. И, собственно, аккумулятор, в общем-то, и не даст сильно, чтобы дуло. Ну вот, это самые маленькие обороты. Если уже меньше поставить, то вентилятор останавливается. Надо бы поддать газку немного. Ну, вот, легкий ветерок получается. Практически не слышно работы самого вентилятора. У меня есть одно видео, или было, может быть, я его уже удалил на канале, примерно по той же теме, только я там питал все от 12-вольтового аккумулятора, тоже через этот резистор. Осуществлял регулировку оборотов вентилятора. Ага, ну да, здесь я показал. Здесь вот я привинтил, вот, стандартные, что были с этим вентилятором, винтики. Ну, их как бы немного не дозакрутил до конца. И вот при помощи крокодильчика зажал, ну так. Все вполне себе держится нормально. Чуть что можно вынять без проблем. Еще можно сделать на микроконтроллере какой-то регулятор при помощи шим. Хотя эти вентиляторы очень не любят шим, жирно-импульсную модуляцию почему-то. Как какие? Кое-какие работают нормально, кое-какие вообще останавливаются или пищат, визжат. И еще непонятно что. Вот видите, наполовину сейчас. А ну-ка на полную. А не, это на минимум. Вот, на максимум. Аккумулятор сейчас заряжен примерно до 3,6 вольт. Причем, если использовать резистор, то потребление самого вентилятора очень маленькое. Этого блока аккумуляторов хватает надолго. Вот такую вот неделю, чтобы в легком режиме обдувало. Было бы неплохо сделать на микроконтроллере. Желтый провод я, вот как видите, не использую. Желтый провод — это тахо-датчик.
Вот на микроконтроллере, если делать, то можно использовать таходатчик, чтобы управлять непосредственно оборотами, а не просто ограничивать ток, как в данном случае. Вот, слышите? Надеюсь, слышно вам писк. Вот так вот с конденсатором. Все равно пищит. Вот. При помощи магнита можно аккумулятор без проблем отсоединить и присоединить. Два фурнитурных магнита. Резистор вообще не греется. Холодный. В любых режимах. Потому что ток, который потребляет вентилятор, порой останавливается. Если слишком пересунуть. Вот. Ну, я думаю, 100 Ом это как раз в данном случае. Вот видите, опять установился. Ну, не обязательно брать такой резистор, как у меня, но желательно какой-то более-менее мощный. Обычно не проканают. То есть обычно я имею в виду вот такие. Еще видел на транзисторах делать реобас, то есть резистор и транзистор. Там два резистора и транзистор. Подстроечный один и один такой обычный. Я сейчас схему такого реобаса наведу вам на экран и закреплю в новости на ВК. Вот, как бы примерно половину, 50 Ом. 50 Ом хватает, чтобы более-менее нормально дуло, чтобы не сильно дуло и, короче, легкий ветерок получался. Вам, наверное, даже и не слышно шума воздуха. А про шум работы самого вентилятора я вообще молчу. Ну, вот как бы такое видео. Если вам видео понравилось, тогда ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, мистер Поделкин. Вступайте в мою группу ВКонтакте. Вот. И под этим видео будет в описании тоже ссылка на группу. Всем пока. Все никак не разберусь с вот этой вот кучей всякого.